К другим темам. Вчера вечером в Баксане неизвестные расстреляли лейтенанта полиции Мухаммеда Чеченова. По данным следствия, нападение произошло в 9 вечера возле станции техобслуживания автомобилей. От полученных ранений офицер погиб на месте. Боевики завладели табельным оружием и скрылись. Приказом министра внутренних дел республики в Баксанском районе введен в действие план «Вулкан-4». Решением руководителя оперативного штаба в КБР с 21:30 в городе Баксан введен режим контртеррористической операции. На указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений до особого распоряжения.